Ну вот и настал долгожданный первый день выставки FIBA в Кёльне в Германии в апреле 2014 года. Вот отель, в котором нас заселили. Ibis Hotel. Не крутой, конечно, обычный отель, но в чем плюс? В том, что буквально до выставки Кёльн-Мессе, где будет происходить все мероприятие, здесь, можно сказать, рукой подать. 500 метров. Очень удобно. Вышел за 5 минут до открытия выставки спокойно и дошел пешочком. Не нужно ни машину брать, ни на метро ехать, ни такси заказывать. Очень спасибо компании MyOlymp, что она так позаботилась, что сняла гостиницу прямо рядом с выставкой. Ну что, пойдемте? Во время выставки здесь начинается очень громко играть музыка, и было бы не слышно, если что-то я говорил. Здесь огромный наш павильон, здесь павильон именно спортивного питания. Не знаю, наверное, пару тысяч квадратов он занимает. Это один из 12 павильонов, где проходит всего таких 12 павильонов. И в каждом из них свое направление. Это спортивное питание, есть отдельно тренажеры, и там много-много всяких разных других, там одежда, всякие спортивные программы. Вот мы зашли, вот стенд еще пьяный, наверное. Раз он здесь. Всем он известен. Вот. Там дальше. Американская компания GAT. Big Remy. Кевин Джордан. Также Деннис Джеймс. Дальше стенд Track Nutrition. Не хочу вкусный протеин. Будет тебе протеин. Track Nutrition, Денис Цыпленков работает, борется с людьми, с простыми, желающими с ним побороться. Вот. Также у них какой-то чемпион мира по то ли брейк-дансу, то ли по дабстепу. Короче, он там такие выкрутасы выдает. Вот. Дальше стенд Iron Max. Красивый стенд. Правда, я еще не знаю, у них там модели просто стоят какие-то, работают звезд, нет. Ну и дальше наш стенд. Причем он является центровым. А вот здесь с обратной стороны главная сцена. То есть мы стоим прямо напротив главной сцены. У нас самый большой у Олимпа стенд и самый красивый. Он двухэтажный, с огромными телевизорами. В общем, сегодня мне здесь и предстоит работать, стоять на стенде, раздавать автографы, улыбаться, фотографироваться. Ну, в общем, работа несложная. Но, правда, все равно 8-9 часов стоять и улыбаться, это тоже не так уж и просто. Ну, кстати, большая команда у Олимпа, порядка 20 спортсменов, есть и профессионалы FBB, привезли парня, профессионала американского, но он в категории 212 выступает. Вот, также и там вообще люди из Англии, из Германии, из Польши, из Америки, из Южной Африки, ну, я из России, из Эстонии есть. То есть команда такая интернациональная, очень большая. Ну, я, в принципе, не помню. Вот. Дальше там сама выставка идет, там очень много всяких стендов. Ну, я про каждый не буду рассказывать, иначе это минут на 40 займет. Но, в принципе, что-то, если будет интересное, расскажу. Вот, по соседству с нами стенд Skytec Nutrition. Здесь Седрик Макмиллан стоит, мы прям иногда друг напротив друга стоим. Ну, конечно, к нему очень гораздо длиннее. Ну, приятно все равно смотреть, когда напротив тебя профессионалы американские стоят. Это круто. Очень мотивирует, я бы сказал. Вот. Там стенд Biotech USA. Вот, за ним стоит стенд ShapeU. Это новый бренд от Джеффа Сейда. Он там стоит, раздает автографы. К нему очередь, кстати, в два раза длиннее, например, чем к Ронни Колману. Ну, в принципе, все. Буду дальше вам рассказывать, что и как. Всем пиз. Вот, собственно, та часть, где стою я. Обычно стою здесь.
как-то так. Ко мне подходят люди, фотографируются. С обратной стороны стоят ребята, которые подают как раз паспортивное питание, которое мы рекламируем. У Олимпа, конечно, огромное количество спортфитов, причем разные есть линейки, есть не только вообще именно для бодибилдинга, силовых видов спорта, а есть, например, для видов спорта, где нужна выносливость, например, для плавания, для велосипедистов, для марафонцев. Вот, каждый, в общем, каждый найдет все, что себе нужно. Здесь стоят красивые девчонки, просто всех повторять по груши на самый сильный удар. Вчера привозили Лена Ксальюса, он тоже у Олимпа на контракте. Многократно непобежденный чемпион мира. Он сидел здесь, к нему очередь была. Все, что здесь было, это площадь позволяла, люди стояли к нему за вход. Кстати, все нет. Каждые несколько часов у нас здесь наше представление, представление нашей команды для зрителей. Мы как бы оттуда спускаемся вниз по лестнице, нас объявляют, рассказывают, какие мы хорошие, и у нас тут небольшое позирование. Потом мы все вместе остаемся, и у нас такая произвольная общая программа. Ну, смотрится очень круто, народ очень бурно аплодирует. Вот, собственно, так выглядит наш стенд, но мне очень нравится. Справа от меня стенд Джеффа Сейда. Выставка открылась только одну минуту назад, он еще не пришел на нее, но уже выстроилась огромная очередь к нему за автографами. Спасибо. I like his lifestyle, but not much to say about it. Just imagine, you're the beginning of the bodybuilding. What do you prefer to make fast grind? To make fast grind. Fast build. I just think it takes time. There's no secrets around it. There's no secret weapons. I mean, I've been training for 8 years, so it takes a long time. Yeah. And last question, when do you come to Russia? Russia! Hopefully this year, honestly. Russia would be awesome. I love the Russians, you know what I mean? I'm VK.com's pretty big, VK.com pretty cool, but yeah, I love the Russians. I don't have a set date or anything, but hopefully this year. Okay, thank you. Thanks, Davis. Hey, good luck tomorrow or next week. Yeah. Ну что, друзья, вот как вы просили, вот интервью от Джеффа Сейда для вас, старался как мог. I'm
вот и выставка подошла к концу. 4 дня уже прошло, я уже еле стою на ногах, потому что по 9 часов каждый день стоять, позировать, достаточно тяжело. Но что кайф, я так прожался, как никогда до этого не прожимался. Ну что такое прожался, я думаю, спортсмены меня поймут значение этого термина. Вот. Поэтому я счастлив, доволен, пообщался с многими, в том числе и профессионалами, и американскими, узнал некоторые секреты их подготовки. Было очень интересно. Вот. А также спонсоры, как всегда, надарили мне всяких подарков. Кучу-кучу всякой одежды еще. И огромное количество всяких вкусняшек. Я прям взял все по одному. Чего здесь только нет. В общем, буду все. Главное, что все это довезти домой, чтобы на таможне меня пропустили за перевесом, не забрали все это, не пришлось доплачивать. Вот. Но я счастлив. Спасибо, что смотрели это видео. Буду впредь снимать еще побольше, если что-то получится, будет интересное. Всем привет и до новых встреч. Пока.